Да, здравствуйте всем, добрый вечер. И я всех поздравляю с первым действительно реальным снимком черной дыры. Всех с дырой сегодня. И наши, на моей лекции, к сожалению, дыр не будет. Они будут чуть-чуть на другой лекции. Вот, сегодня моя лекция посвящена метеорным потокам и зодиакальному свету. И то, и другое – это очень красивые явления, очень интересные явления. И на самом деле они достаточно сложные, и до сих пор не все они изучены, несмотря на то, что вроде бы каждый там месяц у нас что-то попадает в атмосферу, сгорает, нас можно видеть при хороших погодных условиях, достаточно частый зодиакальный свет. Но процессы, которые приводят к этим явлениям, не всегда действительно изучены. И когда мы говорим про... Момент. О, красота. Вот, да, вот на этой фотографии как раз показан у нас Архыз, чистое небо, яркий, красивый метеор. Отличить на фотографии метеор от, например, спутников, других объектов можно достаточно хорошо, очень просто. Мы видим, что у линии метеора такое сужение, потом увеличение в размерах, потом он опять сужается. Тот же спутник летел бы просто прямой линией. Имейте это в виду, когда будете смотреть. Эта фотография ночного неба с метеором сделана следующим лектором. И мы потом немножко расскажем, к чему здесь эта фотография. Ну а пока поговорим о самих метеорах. И сам по себе метеор – это малое тело, которое вошло в атмосферу и сгорело. От него осталась яркая вспышка, от него осталось немножко такой пыли. Пыль эта потом оседает на поверхность Земли вместе с космической пылью, вместе со всем вот мусором, который тоже так же сгорает. И таким образом на поверхность Земли каждый день около 100 тонн вещества космического падает. Ну, для Земли это всего лишь маленькая толика. И вот один метеор – это может быть кусочек астероида, это может быть кусочек кометы. Это так и называют метеорное тело. Иногда он взрывается большой яркой вспышкой, если входит в атмосферу на больших скоростях, если тело большое. Такая яркая вспышка называется уже болидом. Если кто-нибудь вспомнит челябинское событие, там был именно болид. Но если все тихо, спокойно, это метеор. Если тело не прогорело, не сгорело, а достигло поверхности Земли, упало, это уже метеорит. Вот один метеор – это действительно какой-то случайный такой залетчик. Бывает, что метеоров очень много. Бывает, что они не работают. Роман, у меня не работает этот кликер. Сюда направляй. Я направляю. О, хорошо. И вот когда у нас много метеоров, причем очень важно, что они летят примерно из одного направления. И еще что более важно, это не очевидно, но на самом деле они еще и по параллельным траекториям летят. Это уже называется метеорный поток. Метеорный поток, метеорный дождь, падающие звезды, очень красивое лиричное название. На самом деле, конечно же, с никакими звездами, как звездами, огромными плазменными шарами, метеорные потоки практически ничего общего не имеют. Практически. Там малая толика, но это нужно рыть глубоко, что у них общего. Метеорные потоки связаны не со звездами, они связаны с гораздо более маленькими объектами Солнечной системы, которые у нас зовутся кометы. Дальше. Он не работает. Но он очень плохо работает. Вот. Связано с кометами, связано с астероидами. Когда мы говорим, что летят по параллельным траекториям все эти маленькие фрагменты, это действительно правда. Когда-то это была часть большого тела, это могла быть часть кометы, это могла быть часть астероида. Эти маленькие кусочки распадаются, например, во время пролета кометы вокруг Солнца. Комета нагревается, у нее огромный хвост пылевой, этот хвост тянется на миллионы километров, и частички вещества остаются за кометой висеть таким роем. Когда Земля туда попадает, у нас случаются метеорные дожди. Визуальный центр, его называют еще радиант потока, он достаточно часто попадает в какое-то созвездие. Ну, в принципе, всегда попадает в какое-то созвездие, потому что у нас всегда небо, все небо разбито на определенные участки, на определенное созвездие. И по названию созвездия как раз-таки потоки и получают свое название. Вот. Вот здесь красивый слайд кометы. Комета в переводе – это волосатая звезда.
У комет вообще очень интересная история открытия, очень интересная история понимания, что это такое. Потому что если с астероидами и с метеоритами все понятно, метеорит вообще в переводе – это камень, упавший с неба, ну логично. А кометы до сих пор очень долго не могли понять, что же это за объекты, откуда они летят. Ну, потом догадались, что это объект Солнечной системы. И только где-то в веке в 17-м удалось связать метеорные потоки, вот эти дожди красивые, с определенными кометами. Когда комета подлетает к Солнцу, да, кометы прилетают к нам из достаточно далеких областей. И кометы, их должно быть очень много, должны быть миллиарды. Но мы знаем, пока точно определили, около 3000. То есть отнаблюдали, увидели их, посчитали орбиты. И только у таких комет можно как-то определить, дали они вот эти потоки частиц, оставили после себя или нет. Даже из этих 3000 то очень малого количества. Поэтому на самом деле определить, какой комете принадлежит тот или иной метеорный поток, это та еще задача. Кометы, мол, бывают коротко, периодически. Это те, которые прилетают к нам, ну, где-то раз в 200 лет. Они обычно летят из более близкой области Солнечной системы, ну как, более близкой по сравнению со всем размером Солнечной системы. Это пояс Эдджварда-Койпера, и он в 30 астрономических единицах от нас. Это очень длинная область, очень большая, это очень большой объем она занимает. Там находятся планеты-карлики, там находятся другие транснептуновые объекты, и там же находятся застывшие ледяные ядра комет. Некоторые кометы прилетают к нам из еще более далеких областей. И если вот пояс Эдджварда-Койпера – это 30 астрономических единиц, то где-то на границе самой Солнечной системы висит гипотетическое облако Оорта. И здесь уже расстояние в 50 тысяч астрономических единиц. На всякий случай, одна астрономическая единица – это расстояние между Солнцем и Землей. Это 150 миллионов километров. Что заставляет вот эти кометы, эти ядра ледяные, покидать эту насиженную область, это тоже загадка. Это может быть, поскольку это уже очень далекая от Солнца область, и гравитация других звезд вот на этом расстоянии, она действительно чувствуется очень сильно. Она даже может превалировать над гравитацией Солнца. Может быть, это пролет другой звезды. Может быть, это какое-то движение внутреннее в Солнечной системе. Непонятно. Пока точных теорий того, почему из этого облака к нам сюда, в внутреннюю Солнечную систему, прилетают кометы, таких теорий много, но нет ни одной подтвержденной. Но это случается, и периоды таких комет долгопериодических, они, ну как, говорят, больше 200 лет, да, но там бывают периоды и 3000 лет, и 10 тысяч лет, и больше. И за это время комета долетает по очень длинной траектории, от центра до самого-самого края Солнечной системы. Такие кометы очень интересны. Почему вообще где-то на границе Солнечной системы сформировались вот такие вот ледяные ядра? Для этого стоит вспомнить историю формирования нашей Солнечной системы. Мы все образовались, вся и Солнце, и планеты, примерно 4,5 миллиарда лет назад из огромного облака газа и пыли. Это облако вращалось, сжималось в диск, в центре диска. Через какое-то время образовался очень плотный, очень горячий в миллионы градусов и с давлением в миллионы земных атмосфер комок газа и пыли. И он взорвался с термоядерными реакциями. Это был вот момент появления звезды Солнца. Но вокруг Солнца еще осталось очень много материалов, газа, пыли. И вот это горение Солнца, солнечный ветер, он достаточно сильно этот газ оттеснил, очень далеко. Так газ попал даже на вот периферию Солнечной системы, на вот границу самую. Там застыл, образовал вот эти ядра комет. То есть вот эти ядра, вот эти кометы на самой границе, это самые древние кометы. Они никогда не сближались с Солнцем, никогда не переживали вот этот процесс плавления, и там вещество то самое, из которого была сделана Солнечная система, вот то первичное. Поэтому за ними так гоняются, они такие интересные, но они прилетают к нам, опять же, очень и очень редко. То есть на жизнь одного ученого вряд ли придется два пролета одной и той же долгопериодической кометы. Но и такие кометы тоже бывают, оставляют у нас метеорные потоки. Правда, эти, конечно, гораздо реже. Когда комета, опять же, летит к Солнцу,
пока она летит вот здесь, вот здесь, например, где-нибудь пояс Койпера, или вот здесь где-нибудь облако Оорта, если у нее, она вообще не выглядит как комета. Найти многие кометы, помните, да, у нас известно где-то около 3000, большинство из них было открыто уже тогда, когда они подлетали к Солнцу. Когда у кометы появлялась кома, появлялся вот хвост потихоньку с нагревом. И только тогда комета удавалось идентифицировать, что это действительно комета. При приближении к Солнцу комета разогревается, начинает испаряться. У нее отрастает пылевой хвост, газовый хвост, как две компоненты любой кометы. Дальше с удалением от Солнца она опять начинает остывать. И вот этот хвост, он остается висеть за кометой. И вот как вы думаете, какая комета оставит, намотает вот на эту свою орбиту больше вещества? Долгопериодическая, которая там раз за 10 тысяч лет прилетает, или короткопериодическая? Конечно, коротко. Поэтому все метеорные потоки, вот эти Персеиды знаменитые, августовские, майские это аквариды и прочие, они все связаны именно с короткими кометами. Те, которые прилетают там в 75 лет, в 135 лет и так далее. Очень крайне мало метеорных потопов, которые связаны с долгопериодическими кометами. Это, к сожалению, не очень здорово. Например, летела в 1997 году комета Хейла-Боппа. Очень красивая комета, оставила, за ней был такой длинный двойной хвост. Ее назвали большой кометой 1997 года. Ее открыли в 1996, когда она только подлетала к Солнцу, ну и, соответственно, к Земле тоже ее было хорошо видно. И в 96-м у нее была только кома, но уже стало понятно, что это комета. И вот в 97-м она раскинулась длинным красивым хвостом. Точно неизвестно ни одного метеорного потока, который был бы связан вот с этой кометой Хейла-Боппа. Очень красивая долгопериодическая комета Хекутаке. На самом деле у него две кометы. Одна короткопериодическая, вторая долгопериодическая. Мы говорим сейчас о долгопериодической. Как понять... А эта комета, она вообще может оставить за собой какой-то поток? Можно ли где-нибудь увидеть, засечь? Потому что засечь, вот найти эти самые метеоры, найти эти самые крошечные тела, которые оставила за собой комета, это очень сложно. А как мы отождествляем, как мы говорим, что вот этот метеорный поток принадлежит вот этой комете? По орбитам. Есть специальные метрики пространства, которые определяют, насколько параллельны орбиты между собой, насколько они сближаются. А у метеорного потока, вот этих вот частиц, у них у всех должны быть параллельные орбиты. И так отождествляют потоки и кометы. И кометы, вот фотографии комет, все любые фотографии комет, они очень ценны. Потому что никто не знает, когда в процессе приближения к Солнцу с этой кометой что-нибудь случится. Она может, не знаю, вот, например, у некоторых комет наблюдается повышение яркости. Что-то там отогрелось, начало очень сильно светиться. Выбросилось вещество. И если вы этот, там, через какое-то расчетное время на Земле увидели метеорный поток, то очень большая вероятность, что это вещество вот той кометы к нам прилетело. Поэтому изучают фотографии любых комет, смотрят, что здесь. Вот этот кадр интересен чем? Вот смотрите, в этот момент у кометы произошел здесь небольшой отрыв хвоста. То есть что-то, какой-то фрагмент там оторвался, полетел дальше. И, возможно, осколки этого хвоста прилетели на Землю, но мы просто пока еще не увидели, пока еще не поняли, что это именно вот тот метеорный поток связан с этим событием. Вот если это фотография оптическая, то вот эта фотография тоже очень интересная. Архивов вообще фотографий комет достаточно много. И вот это архив даже не фотографии, это архив фотопластинок. Фотопластинки были вот в мире, использовались в 80-х годах. Такая достаточно большая пластина стеклянная, покрытая специальной фотоэмульсией. И на них наблюдали по всему миру, в России телескопы на них наблюдали. Но у нас, к сожалению, как-то так получилось, что не наладили производство фотопластинок, потому что не могли сделать эмульсию суперкачественной. Поэтому как-то привозили из-за рубежа и делали снимки. Тем ценен вот этот архив. Это архив Звенигородской обсерватории Института астрономии Российской академии наук. И у нас больше 80 пластинок, которые по очень долго, ну, действительно, там по 15 минут экспозиции, по 30 минут экспозиции фотографировал кометы. Чтобы вы понимали, 30 минут экспозиции – это человек, большой телескоп, ровно ведет за кометой руками. Потому что в 80-е годы не было автоматического ведения по комете.
Получили такие пластинки. На них тоже очень хорошо видно, что кому, что хвост. Получили вот такие пластинки. Это комета Джакобини Циннера. И вот, вот эта фотопластинка сама, вон там эта комета. Это 30 минут экспозиции. Вот она, если ее немножко увеличить. И вот по таким изображениям тоже отождествляют метеорные потоки. То есть смотрят на изображение кометы, изучают, где там кома появилась, какое время, когда, какие события происходили, как они могли, в связи с чем они могли происходить, как они отразились на появление метеорных потоков на Земле. Комета Джакобини Циннера, таким образом, была отождествлена как начальница потока Дракониды. Дракониды у нас приходится на 8-10 октября, это пик. Пик – это когда Земля, ну мы понимаем, что метеорный поток происходит, когда Земля попадает вот в это облако оставленных частиц кометного хвоста. И 8-10 октября мы как раз проходим самое плотное место этого потока. Комета Свифта-Татла – это те самые замечательные Персеиды. Этот поток, он один из самых ярких, один из самых красивых, и он происходит, наверное, в самое лучшее время для наблюдения. Это как раз вот где-то середина августа. 12-13 августа – это пик потока Персеид. Персеиды известны еще тем, что это самый такой болидный поток. Помните, мы говорили, что бывает просто метеор, сгорел и все такое тихо, а бывает яркая вспышка. Вот в Персеидах болиды случаются. Поэтому, если в этом августе у вас будет возможность, то выходите, выезжайте куда-нибудь подальше, наблюдайте Персеиды, это красиво. Так отождествили комету Галлея. И вот комета Галлея, комета Свифта, комета Джакобини Циннера – это все кометы короткопериодические. Они летают с периодами небольшими. За 75 лет она делает полный оборот. И, конечно, вот раз в 75 лет этот поток пополняется. Поэтому это самые яркие метеорные потоки, очень красивые метеорные потоки. И вот здесь сама комета Галлея, она в 75 лет раз прилетает. Вот здесь ее орбита. И если мы посмотрим на сам, вот в такой вот в разрезе посмотрим на этот метеорный поток, мы увидим, что да, по орбите этой кометы большое количество частиц, вот это орбита Земли, и вот два раза орбита Земли пересекает орбиту этой кометы. Орбиты малых тел, они не все лежат в одной плоскости, далеко не все. Они подвергались такому количеству гравитационных воздействий и друг друга, и планет Солнечной системы, что ни в какой одной плоскости они не лежат. И таким образом, дважды в год у нас случаются метеорные потоки, которые связаны именно с кометой Галлея. Один метеорный поток – это Ориониды в октябре. Мы помним, да, что название у нас берется из визуального центра, визуального источника этого метеорного потока. Вот Ориониды, они у нас исходят из созвездия Орион. И это Аквариды. Они у нас случатся в начале мая. В начале мая мы опять пройдем вот эту вот такую область, заполненную частицами кометы Галлея. И хотя комета Галлея сейчас от нас в самом далеком своем положении, то есть она сейчас как раз там разворачивается и постепенно потом уже будет подлетать к Земле. Если не ошибаюсь, это будет 2061 год. Вот. Хотя она еще очень далеко, но ее напоминания, они, вот ее частички каждый май устраивают у нас вот такую вот красоту. Когда мы говорим, что метеорные потоки рождаются кометами, мы, безусловно, правы. А вот когда мы говорим, что метеорные потоки рождаются астероидами, вот здесь есть одна интересная, такая маленькая хитрость. Сейчас есть точно известно два потока, у которых родительские тела – это астероиды. Это потоки мощные, потому что если кометы, особенно долгопериодические кометы, они далеко улетают, потом возвращаются, то астероиды, они всегда достаточно близко. У них не очень, не у всех там достаточно вытянутые орбиты, они достаточно близки уже к круговым орбитам, поэтому астероиды ближе к нам, потоки от них тоже мощные. Так вот как? Мы знаем, что комета – это ледяное образование, достаточно рыхлое. Понятное дело, что вот от нее остается такое вот облако частиц. А как быть с астероидом? Ведь если комета – это лед, или там пыль, смешанный такой вот комок, то астероид – это камень. Это железо, это никель, кобальт, то есть такие конкретные твердые вещества. За астероидом Фаэтоном долго следили.
поняли то, что он является, вот его изображение несколько, то есть у него достаточно хорошо определена орбита. Вообще для определения орбиты достаточно 5 измерений. Здесь вот они есть, это не единственный такой кадр. То есть измерение есть, орбита определена. И сопоставили орбиту вот этого астероида Фаэтон с орбитами метеоров в потоке Геминиды. Это декабрьский поток, очень яркий. Его достаточно хорошо изучать, достаточно неплохо получилось определить орбиты этих метеоров. И оказалось, что орбиты практически идентичны. То есть астероид там летает и оставляет, рассыпает за собой вот такие вот кусочки, маленькие осколки. И дальнейшее наблюдение за этим астероидом, за Фаэтоном, показало, что, скорее всего, этот астероид – это давно потухшая комета. То есть она уже очень долго вращается вокруг Солнца, она уже выпарила все свое летучее вещество, и осталась вот такая вот рыхлая пыль. И действительно, такое тело, такой объект вполне себе может и рассыпаться, вполне себе может оставлять осколки. Он действительно, скорее всего, является родоначальником такого красивого метеорного потока. Похожий случай с астероидом 196256. Он маленький. И это тоже, скорее всего, потухшая комета. Оказывается, в Солнечной системе нет уж такого уж и очень четкого разделения между объектами, что называть астероидами, что называть кометами. То есть есть, конечно, объекты, которые вот точно это астероид, а это точно комета, но на границе между ними там есть объекты спорные. Даже в главном астероидном поясе сейчас находят достаточно много астероидов, которые при определенных обстоятельствах начинают проявлять кометную активность. И что это такое? Ну, выдвигается теория, что это могут быть либо вот такие потухшие кометы, в которых еще что-то осталось, либо это могут быть кометы нормальные, но которые за свою жизнь намотали на себя столько космической пыли, что он такой реголитовой коркой толстой на них осталась, и просто комета не может испарять, потому что она не прогревается. Так что, может быть, астероиды некоторые – это вовсе не астероиды, а некоторые кометы. Да нет, кометы – точно кометы. И вот астероид, вот этот маленький, по такой наклоненной орбите летающий, он у нас родоначальник метеорного потока Квадрантиды. Это поток из созвездия Волопаса, и он у нас идет 3-4 января. Вот вообще весь список больших потоков, ярких потоков, тех, которые можно наблюдать и невооруженным глазом наблюдать. Очень многие из них отождествлены, то есть известны родоначальники этих потоков, но не все. Если же мы посмотрим вообще на весь список метеорных потоков, не только вот такие яркие, красивые, а вообще на полностью все, которые когда-либо были засечены, то там сотни-сотни, там справочники целые пишут по метеорным потокам. То есть здесь на самом деле работы еще очень много. Понять, а какая комета, какой метеорный поток когда-то создала. Очень важно, вот есть понятие метеорного потока, а иногда еще используют, или метеорного дождя. Иногда его путают с понятием метеоритного дождя. И давайте разберемся, а в чем разница, потому что путать эти две вещи ни в коем случае нельзя. Они очень разные и по своим характеристикам, и по своему влиянию, в общем-то, на Землю. И если метеорный поток или метеорный дождь, это то, что вот мы сейчас обсудили, это частички кометы, которые сгорают в атмосфере, частички астероида мелкие, которые сгорают в атмосфере красивым ярким дождем, то метеоритный дождь – это явление уже гораздо более опасное. Метеоритный дождь получается, когда мощный, хороший такой твердый астероид, твердое тело, настоящий астероид, влетая в земную атмосферу, начинает рассыпаться или взрывается на высоте вот при столкновении с плотными слоями, и это облако осколков тянется за ним и падает, просто бомбардирует Землю на очень больших площадях поверхности. Такое событие случилось вот 47-й год, и это Сихотэ-Алинский метеоритный дождь. И до сих пор, вот это случилось, собственно, в горах Сихотэ-Алинь, до сих пор туда люди ездят, иногда им повезет что-нибудь найти. Если вы посмотрите какие-нибудь там сувенирные лавки, какие-нибудь там украшения из метеоритов и прочее, скорее всего, из чего они сделаны, из Сихотэ-Алинского метеорита. Потому что он сам рассыпался на безумное количество осколков. И представляете себе, вот такой вот снаряд прилетает к вам
вместе со своими друзьями там в голову. То есть метеорный дождь – это явление красивое, это явление безопасное, очень, очень интересное, романтичное. Метеоритный дождь – это действительно опасная штука. Но, к счастью, они случаются довольно редко. Вот с 47-го года, если не ошибаюсь, у нас прям такого мощного метеоритного дождя не было. Представим, что если нам летит не кусочек кометы маленький, а целая комета целиком. Может ли такое случиться? Но раз астероиды попадают в атмосферу Земли и сталкиваются, то и кометы, наверное, тоже. Но, как мы уже сказали, астероиды, они ближе к Земле, они чаще попадают в атмосферу Земли. У нас каждый день какой-то астероид попадает в нашу атмосферу. Некоторые падают на поверхность, но достаточно мало, потому что у нас большая часть поверхности – это вода. И там их действительно никто заметить не может. Некоторые сгорают в атмосфере, и тогда их пыль уже оседает. Но явление происходит, вот попадание в атмосферу, каждый день. Комета же – это явление уже гораздо более редкое. Вот Тунгусское событие 30 июня 1908 года, так называемый Тунгусский метеорит, его связывают именно с падением кометы на поверхность Земли. Ну, то есть как падением кометы на поверхность Земли. Не было так называемого Тунгусского метеорита. И вот здесь сейчас на слайде такая хорошая ошибка, потому что метеоритом называют то, что достигло поверхности Земли, то, что свалилось уже, вот, твердо то, что найдено. Здесь, на месте Тунгусского события, оно произошло где-то в районе реки Подкаменная Тунгуска, было видно издалека и взрыв, и слышали и вот звук взрыва, ударная волна была, но вот именно самого упавшего объекта найдено не было. Поэтому называть Тунгусское событие Тунгусским метеоритом некорректно. Событие и событие. Но событие такое, что в результате вот этого взрыва в атмосфере было повалено огромное количество деревьев. Была выжжена земля там на нескольких сотен гектаров. До сих пор туда вот приезжают люди, делают такие фотографии, то есть там до сих пор покореженные деревья, до сих пор вот это спил дерево, то есть ударной волной его просто вмяло внутрь. То есть энергия взрыва-то была колоссальная. И одна из самых таких теорий – то, что это была комета, именно кометное вещество. Но комета – вещество рыхлое, пористое. И оно при столкновении с внешними слоями, при прохождении через атмосферу, оно взорвалось. Энергия достигла Земли, ударная волна, а само тело уже просто испарилось. Поэтому Тунгусское событие, такое таинственное, скорее всего, оно связано именно с попаданием в Землю кометы. Но опять же, такие события, к счастью, происходят у нас не очень часто. Ну вот здесь вот очень хороший снимок, наверное, лучший снимок кометы на сегодня. Это миссия Розетта Европейского космического агентства. Миссия уже закончена достаточно давно, но снимки до сих пор изучаются. И это комета Чурюмова-Герасименко, комета из семейства Юпитера. Это те кометы, которые не улетают далеко. Они попали в гравитационное поле Юпитера, и они летают от Солнца к Юпитеру, от Солнца к Юпитеру, от Солнца к Юпитеру. То есть она не очень далеко от нас. Поэтому она была выбрана как цель этой миссии, одна из причин, потому что до нее было достаточно, ну, относительно легко добраться. И по этим фотографиям прекрасно видно, насколько это сложный по форме объект, и насколько он такой нецельный, непрочный. Потому что, ну, здесь на самом деле не очень видно, но между двумя большими глыбами шарообразной вот этой кометы здесь целая трещина даже проходит. То есть комета действительно объект не супер плотный, не суперпрочный. Вот. Ну и, конечно, лучше любоваться вот такими частичками комет, чем огромным взрывом кометы, попавшей в Землю. Ну и на этом с метеорными потоками мы, наверное, закончили. Мы про них такое общее более-менее сказали. И второй кусочек нашей лекции – это красивое явление под названием зодиакального света. Зодиакальный свет наблюдают при определенных позициях, при определенных конфигурациях Земли и Солнца. Когда Солнце заходит на закате, или когда Солнце восходит, на раннем-ранний восход, можно увидеть, как лучи Солнца подсвечивают пыль. Причем эта пыль уже не в земной атмосфере. Если метеорные дожди мы смотрели, это именно атмосферное явление, внутриатмосферное, то зодиакальный свет – это уже явление межпланетное. И на самом деле никто точно не знает, откуда эта пыль вот здесь взялась. Если мы посмотрим на нашу Солнечную систему сбоку, вот Солнце,
здесь внутренние планеты, здесь Юпитер. И между Солнцем и Юпитером вот такой вот газовый диск. И здесь интересный момент. Помните, что когда Солнце зажглось, от него такой вот солнечный ветер начал шпарить, и он до сих пор продолжает это делать. И по идее, весь этот газ, вся вот эта пыль, которая здесь скопилась, ее должно было уже достаточно давно вымести. То есть она не должна была здесь остаться, эта пыль. Но почему-то она там есть. Одна из таких теорий, но это на самом деле очень оправданно, что должен быть какой-то постоянный источник пополнения этой пыли межпланетной. И эти источники называют разными. То есть, если это пыль, если это какое-то вещество, что-то должно было там разрушиться в эту пыль. Одна из таких достаточно даже обоснованных вещей – то, что это разрушившиеся астероиды. И вот вопрос, а что может заставить астероид взять и развалиться? И сейчас вот в плане астероидно-кометной опасности проводились исследования, может быть, слышали там теорию о том, чтобы там взорвать астероид, чтобы его разрушить как-то, это не так просто. Это более чем не так просто. Какие процессы могли привести к тому, что астероид, во-первых, попал во внутреннюю Солнечную систему, а во-вторых, был там разрушен? Но с первым вопросом здесь достаточно хорошо исследовано. Вообще область, главное обитание астероидов в нашей Солнечной системе – это главный астероидный пояс. Он находится между орбитами Марса и между орбитой Юпитера. Здесь достаточно большое пространство. Когда-то даже была теория, что здесь целая планета существовала, но нет. Никогда эти астероиды не были единой планетой. В свое время, 4,5 миллиарда лет назад, на этом месте планеты начали формироваться, как и везде во всей Солнечной системе. Точнее, даже не планеты, а такие маленькие зародыши планет. Планеты зимали, потом они сталкивались с протопланеты. И технически планета здесь могла бы быть, могла бы сформироваться в свое очень-очень давно. Но здесь гигант Юпитер. И своей гравитацией он разгонял вот эти зародыши планет, заставлял их сталкиваться на больших скоростях. Они разрушались. И вот эти осколки... Это и есть астероиды, которые мы сейчас видим. Некоторые из астероидов главного пояса, самые большие, это даже вот те древние зародыши планет, планеты Земали, там есть такие. И они вообще летают на более-менее устойчивых орбитах. Но есть процессы, которые заставляют астероиды покидать эту область и лететь ближе к Солнцу. Ближе к Солнцу, соответственно, ближе к Земле. Ближе к Солнцу, соответственно, и в область вот воздействия Солнца, о котором мы сейчас тоже немножко поговорим. Процессы эти называются резонансами. И если мы посмотрим на вот такой вот график вообще количества астероидов на разных больших полуосях, то есть на разном, ну, грубо говоря, расстоянии от центра нашей Солнечной системы, то мы увидим, что вот вот здесь у нас большая полуось орбиты, а вот здесь вот количество астероидов. А вот эти цифры... Это то, какое количество витков на своей орбите делает астероид, за какое количество витков самой тяжелой планеты Солнечной системы Юпитера. И если у нас, вот, например, такие четкие соотношения, как 3 оборота астероида за 1 оборот Юпитера, 5 оборотов астероида за 2 оборота Юпитера и 7 оборотов астероидов за, сколько там, не вижу, какое-то тоже целое количество оборотов Юпитера, то эти орбиты, они крайне неустойчивые. И с этих, вот на этих орбитах астероиды долго находиться не могут. Почему так происходит? Ну вот здесь у нас Юпитер, здесь у нас болтаются астероиды. И вот представьте, что один раз Юпитер облетел, а здесь 2 раза уже облетел этот астероид. И вот каждый второй виток... Астероид, который находится на этой орбите, получает хороший такой пинок от гравитации Юпитера. И у него орбита очень сильно расшатывается из-за этого. Из-за этого эти орбиты, они неустойчивы. И таким образом этот астероид оказывается выброшен, может, в основном, чаще всего выбрасывается во внутреннюю сторону. То есть во внутреннюю, ближе к Солнцу, ближе к Земле. А дальше на астероид действует еще один интересный эффект. Астероиды, в принципе, вращаются.
То есть в них они периодически могут сталкиваться, но столкновение – это достаточно редкий процесс по сравнению с другими процессами в астероидах. И столкновения могут привести к тому, что астероид немножко раскручивается, летит по орбите, и дальше с ним играет очень интересный эффект именно солнечный свет и тепло от солнечного света. Этот эффект заметил еще в начале 20 века, даже, по-моему, 19 века. Наш ученый по фамилии Ярковский, и сначала этот эффект называли эффектом Ярковского. Эффект Ярковского состоит в чем? Что если у нас одна сторона нагретая, вторая сторона холодная, и при вращении начинает появляться такой реактивный импульс за счет того, что нагретая сторона поворачивается туда, где холодно, то она не нагревается, она начинает излучать. И если мы возьмем вот такую вот неправильную форму, здесь у нас уже будет эффект немножко другой. Если эффект Ярковского, он дает реактивный импульс, который разгоняет астероид на орбите, ну как бы разгоняет, и ладно. То если мы добавим еще другие эффекты, смотрите, что получается. Мы берем неправильную форму, а астероиды в основном неправильной формы. У него есть одна сторона, которая нагревается во время вращения, во время, вот, так, пока она обращена к Солнцу. Эта нагретая сторона потом поворачивается обратно, она начинает тоже излучать, собственно, это тепло. И из-за того, что астероид неправильной формы, он начинает сам очень сильно раскручиваться. Причем раскручиваться действительно с большой скоростью. И если астероид еще к тому же не целиковый, а, например, когда-то пострадал во время столкновения, и вот там он разрушился, а потом гравитация слабенько его обратно склеила в такой камень, то он может из-за этого эффекта разрушиться совершенно. Конечно, прочные большие астероиды, их достаточно сложно разрушить таким эффектом. Это не знаю, до какой скорости он должен вращаться, чтобы разлететься в итоге. Но не так давно телескоп имени Хаббла нашел астероид, который во внутренней части Солнечной системы сейчас летает, и который близок к тому, чтобы развалиться из-за вот этого Йорп-эффекта. Этот астероид – это тоже как бы такая не целиковое образование, не сплошное образование, это груда камней. Это груда камней, которая когда-то развалилась, потом слабой гравитацией была собрана обратно в такой вот большой объект. И он вращается, вращается очень быстро, разогретый вот этим эффектом Ярковского. И судьба у него, скорее всего, это действительно быть этим эффектом, этим вращением разорванным и разлететься. А куда потом денется это вещество, эта пыль? Она постепенно осядет, она постепенно останется в этом диске. И, возможно, зодиакальный свет, который мы видим, он отражается в том числе и от фрагментов вот этих астероидов. Астероиды – это не единственные объекты, которые разрушаются во внутренней части Солнечной системы. Кометы, конечно же, тоже. Причем кометы даже больше и сильнее разрушаются от воздействия Солнца. Мы помним, что когда комета подлетает к Солнцу, она разогревается, потом она охлаждается, теряет часть вещества, и, конечно, с каждым пролетом вокруг Солнца комета истаивает. Короткопериодические кометы страдают от этого еще сильнее, они достаточно часто пролетают вокруг Солнца и существуют не очень долго. Так вот, в 2013 году прямо смогли отфотографировать вот этот коллаж из нескольких фотографий одной и той же кометы, это комета Айзон. И она после своего пролета рядом с Солнцем потеряла целостность и развалилась. И осталось вот это вот облако газа, которое тоже потом что делает, постепенно оседает, потом это можно увидеть в зодиакальном свете. Вот это, кстати, это фотография телескопа SOHO, Солнечная обсерватория. Вот это специальный диск, который прикрывает Солнце, поэтому мы можем видеть и солнечную корону, и кометы, которые подлетают достаточно близко. И на самом деле архив изображений SOHO, он открыт. Поэтому если у кого-то есть желание посмотреть на фотографии, поискать вот такие вот кометы, которые подлетают, например, со стороны Солнца, мы их не видим особо, но где-то там в архивах их заметили, вот на таких фотографиях, поискать, порыть, понаблюдать, то это там очень даже хотят таких желающих. Поэтому имейте в виду. Кометы иногда удается засечь прямо их распад, сфотографировать. И вот, например, комета Икея-Мураками, она была... Это долгопериодическая комета. У нее возраст 4,5 миллиарда лет. И вот в 2016 году она распалась. Она потеряла целостность после пролета возле Солнца. И это облако осколков тоже увидели.
И все это вместе оседает во внутренней части Солнечной системы. И вот эти механизмы, в том числе, они пополняют постоянно это облако газа, облако пыли, которое вращается, это рассеянное облако. И когда мы иногда смотрим на закате или на востоке, в сторону захода Солнца, на линию эклиптики или на линии зодиака, как его раньше называли, можно увидеть вот такой красивый зодиакальный свет. Ну и как такую немножко завершающую такую ноту, мы с вами говорили о том, что принадлежит Солнечной системе. Мы говорили о метеорах, которые часть комет Солнечной системы. Мы говорили о зодиакальном свете, который тоже, скорее всего, явление, вызванное частичками комет, вызванное частичками распавшихся астероидов. А достаточно, на самом деле, уже давно. Уже вот смотрите, 2009 год, и в системе звезды Бета-Живописца, созвездие Живописца, 63,4 световых года от Солнечной системы была найдена экзопланета. Пока это единственная экзопланета в этой системе, это горячий Юпитер, достаточно большая. Потом было найдено еще несколько. И что удивительно, в этой же системе не так давно нашли и экзокометы. То есть мы про экзопланеты-то уже вроде наслышаны. Но оказывается, что ученые могут по спектру определить, что вот там-то определенные линии спектра светятся так, как не должны, и не с достаточно такой даже большой периодичностью. И из этого сделали вывод, что у этой системы находятся не только экзопланеты, но и экзокометы там тоже можно увидеть. Экзоастероидов пока не нашли. Экзокометы, понятно, они начинают испарять. Вот это испарение в спектре звезды, его видно. Его можно как-то увидеть. С астероидами пока туго, но, возможно, тоже скоро найдем. И раз уж в этой системе есть экзопланеты, раз уж в этой системе есть экзокометы, то, наверное, и экзометеорные потоки там тоже есть. И, возможно, вот в 63,4 световых года от нас там тоже можно, если мы когда-нибудь туда долетим, увидеть те же метеорные потоки, которые мы наблюдаем и на Земле. Ну и на этом, наверное, все. Спасибо за внимание. Вот. Как такой еще совсем заключающий момент, с позволения Романа, мы собираем поездку, выезд в Архыз, для того, чтобы полюбоваться там метеорным потоком. Прочитать там лекции по астрономии вам, рассказать о том, как наблюдать, посмотреть на объекты Deep Sky, полюбоваться метеорами, тем самым потоком это Акварииды, созвездие Водолея. Поэтому, если вдруг у вас будет желание, ну, я думаю, что следующий лектор нам тоже еще об этом чуть-чуть расскажет, вы обращайтесь, подходите, мы открыты для